Итак, друзья, делаю в комнате ремонт, практически уже все закончил, уже мебель даже поставил, и в конце концов решил поменять трубы, поставить полипропилен. Для этого надо выкрутить старые трубы. Старые трубы уже, наверное, лет 15-20 стоят. Батарею открутил без проблем, так как ее переставляли уже несколько раз. Но сами трубы идут в стояк в соседней комнате. И, соответственно, придется крутить из соседней комнаты все. Ну, как видите, нишу батареи заклеил поролоном хлоридированным таким вот. Это называется термоизоляция вроде, покупал рулон. Сейчас посмотрим, как будут откручиваться трубы. В другой комнате вот такая вот картинка нас ожидает. Дерьмовый тройник с батарейными пробками. И в них уже на 3/4 труба закручена. Значит, для того, чтобы гарантированно не сорвать трубу, советую не спешить. Взять ключ помощней и около самой резьбы сильно обжать трубу. Вот так вот по кругу прям обжимаем, чтобы чуть-чуть резьба отошла закисшая. Это надо долго делать. Я уже вот с утра вожусь, уже руки болят. Ну вот, практически закончил. Теперь берем вот такой вот волшебный ключик. Вот такой вот ключик. Старый, древний, но достаточно надежный. С такой гаечкой. Самое главное его правильно отрегулировать. Насаживаем на трубу. Вот так вот. Вот. И теперь, не прилагая дури, вот потихоньку пытаемся такими легкими рывками стронуть трубу. Так, сейчас. Вот. Аккуратно смотрим, не оторвалась резьба. Нет, резьба не сломалась. Все отлично пошло. Очень удобный ключ. Можно работать одной рукой. Воды точно летом нет здесь, так что без проблем, без всяких тазиков откручу. Все, видите, вот посмотрите, какие трубы. Видите, сколько гадости в них. Так, сейчас я ключ беру, чуть-чуть пропихну в ту сторону. Сейчас я с той стороны подтяну ее и покажу вам, что внутри. Вот, прошу любить и жаловать. Вот, за 15 лет труба превращается вот во что, смотрите. Практически диаметр отверстия сужен в 2 раза, если не больше. Вот так вот, из-за этого люди жалуются, что батареи не греют. А вот что делается в стояке. Давайте заглянем внутрь. Демонтаж второй трубы осуществляем аналогично. Видите, я предварительно обжал, всю там краску сбил. И нашим ключиком, он удобен для одноручной работы, потихоньку откручиваем. Не спешите.
самое гадкое в этой ситуации, это когда ломается резьба внутри. И потом надо будет ножовкой, напильником, отверткой там выдалбливать. А здесь, видите, расстояние маленькое, подхода нет. Будет очень плохо, если сломается резьбовая часть и останется в батарейной пробке этой. Еще раз повторяю, у меня тройник дюймовый или даже четверть, не знаю. И тут пробки вкручены батарейные. Это так в советское время сантехники работали из того, чего есть. Сейчас посмотрим, в какой трубе больше гадости, в нижней или в верхней. Видите, очень удобный ключ. Одной рукой спокойно. Вынимаем выкрученную нижнюю трубу. Ставим ее рядом с верхней. Поставим, чтобы не падало. И смотрим. Ну, так скажем, нижняя почище. Нижняя почище явно. Хотя тоже шлак много. Верхняя, видите, вообще зашлакована. Вот из-за этого трубы все-таки надо периодически менять. Так, а теперь давайте посмотрим, как накручивать лен. Значит, лен лучше взять без соломы, без узлов. Так, рукой проводим, счищаем все лишнее. Вот. Чуть-чуть вот так вот на руке скручиваем его таким образом. Теперь вот так вот накидываем на резьбу, начинаем с края резьбы, с внутреннего края резьбы. Вот так вот накинули. И хвостик убираем. Вот смотрите, сверху хвостик. Это отводим назад. Вот так назад. И хвостик убираем вот сюда вот под намотку. И теперь уже вот этим жгутиком вот так вот накручиваем с половинным перекрытием, вот так вот, вот, то есть каждый следующий виток наполовину перекрывает существующий. Вот видите, так вот. Вы уж извините, сам снимаю, сам наматываю, держать телефон некому. Вот теперь, дойдя до конца, смотрите, просто вот так вот остаток льна вот так вот потяните сильно, и остается вот такой вот хвостик. Его наматываем на бухточку, поплевав на пальцы, закручиваем все это вот таким образом. Теперь берем унипак. Унипак можно просто нанести, можно разгладить, это как желание есть. Я вот так вот беру тюбик и вот так вот. Вот так вот мажу. Лишнее все равно выступит. Вот. Жалеть ничего не надо, ни льна, ни унипака. Это ваши деньги, чтобы потом не перемонтировать все. Лучше не жалеть эту гадость. Все, вот нанесли.
руки мазать не буду. Можно, конечно, так разгладить все это, но это потом руки мыть. Так что это я снимать не буду. Теперь показанным способом обмотанный льном кран. Вот кран я взял специально мама-папа резьба. Намазываем унипаком. Аккуратно начинаем вкручивать. Сначала от руки, без всяких ключей. Дальше уже берем ключ. Чтобы не портить внешний вид. Лучше вот такой вот. Если монтируете очень дорогие экраны, то лучше используйте фторопластовые накладки на ключ. И следим, чтобы лен не начал зажевываться и скатываться. Вот видите. Не очень удобно одной рукой крутить, одной снимать, но я показываю вам легкий домашний способ. Вот и все, вот как раз встал на место. Самое главное не забыть потом надеть ручку и перекрыть кран, чтобы когда дали воду, все не потекло. Вот крупным планом показываю лен. Видите, он не сживался, унипак чуть-чуть вышел. А теперь бонусом я покажу вам преимущество вот этого ключика моего старого. Из-за этого я его не выбрасываю. Он ржавый, побитый весь, но очень удобный. Смотрите, вот труба, которую мы сняли. Надо открутить кран. Одному очень неудобно и держать, и крутить. Смотрите, как он помогает. Сейчас положу телефон. Вот он. Вот, смотрите, вот я просто кладу в трубу вот этот ключ, вот, вот так вот. Этот ключ, видите, пытался открутить, согнулся, но это говно современное, не поймешь что. Так. Берем разводной и вот одной рукой держим. Вот другой рукой откручиваем. Ногой придавим трубу к полу. Вот, видите, все откручено. Хотя меняли этот кран лет 10 назад, наверное. Ну, может, 8. Вот, все. Вот такой удобный ключ. Одной рукой можно держать трубу.
не крутилась. Вот и все. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.